Уважаемый господин Путин, сегодня в Перми 6 февраля проходит митинг против телереформ ЖКХ и монетизации льгот, которые устроило правительство Пермского края. На самом деле это безобразие, вопиющее безобразие. В результате той монетизации, которую провели в Пермском крае, наши граждане пострадали. На самом деле реальные цены за ЖКХ, которые они платят, при те льготы, которые их лишили, они превышают те льготы, которых им компенсировали. К сожалению, господин Путин, но вы совершенно не контролируете ту ситуацию, которая происходит в стране. Спасибо.